Плюс одного, плюс два торговца. Что? Вот сразу Барбаросса Страйкс ивент. Там, возможно, многие взаимоисключающие. Ну, естественно, максимум, ну, штук 20-30 можно взять. Нихуя себе, что 20-30. У меня два, блядь, я думаю, это... То, что ты, конечно, стабильность поправил, блядь, престиж минус 94. Что с ФБ делали? Ну, там ФБ было все. Окей. Ну, видимо, англикане ее немножко... Нет, католики ее немножко... А при чем тут католики-то? Как? При чем? Лаки, лаки догрузятся, лаки небольшие. Я дружусь. Угу. Причем тут католики? Господи, это православная пыня в России. Так, пока на второй. Сейчас подожди. Ну второй, так, знаешь, а то я вижу третий. Вообще, ну как причем здесь католики? Спасибо. Ну? Так, давай, Оним, давай проход. Блять, опять эти ебаные пираты, нахуй. Ёпрсоте. Я понимаю, почему Ерема не пришел. Давай, да, я тут вижу восставшего. Зачем ты так делаешь? У Еремы. В Маратке. У меня везде. Ерема, ты он не принимай аксесс. Да. Толку-то. Сейчас я тебе потушу Ближний Восток. Мне все равно делать нехуй. Мне нужно не воевать глучить. Могу тебе на Альбион что-нибудь закинуть? Скорость прибавь до второй чуть-чуть. У него даже армии нет, я не понимаю, где его армия. Так, чё, как у нас по инкаму дела обстоят? Круто, 18, мой король. Ну, пиздец, у меня даже рыбкование погнали. Да хуя бабок там? Не, мало. Да ладно, сколько у тебя? Мне дали 8-го торговца, дабы мне его послать. Вот мне тоже, походу, дали. Так. Фатен всего на минимальном содержании. У меня дух какой-то. Дык? Прям сразу же прощайся. А, все, охуенно. Они сделали нитку охуенную испанцам. Андалусия снова рулит. Да. Это, блядь, радует. В следующей игре надо сесть на либо на итальяшек, либо на испанцев. Итальянцы-то чуть так себе. Я хочу Римскую империю забацать. Ох, нихуя ты хочешь, блядь. Да, блядь, я вот такой. Нихуя себе. Прикольно. Прикольно. То есть получается факт или нет? Или да? Чё вы там? В этой сессии я тут надо смотрю. Сделать славу Византии. То есть понять, Севиле, куда может бабло течь? А, бабло может и Севиле течь на север. Пацаны, знаете, как надо отвечать на клич «Слава Византии»? Нормально. Как? Византии слава? Это фрактом слава. Это фрактом? Нихуя себе, блядь. Колониальная война, лол. А чё, у Англии есть вообще там этот? Ничего у неё нет. Чё это за ивент? Revive Еретик Акт. Я сумел покрестить Фрисландию обратно, блядь. Еретик Акт. Ой, блядь, она в католике перевернулась. Сука! Отправлю-ка, наверное, Лютера... На кол? ...ком под зад. Покой? Ты в камере будешь? А, нет, я Лютера лично отправлю. Ну, то есть, лично. Так, ну и что, будем теперь копить, кстати, на импрув Милитари 1, у меня уже там 4 очков есть. А, кстати, народ, а как можно увеличить себе вот этот прирост очков веры? Очков веры? Ну там написано же. Ну но... ты без табу держишь высокую, там что еще можно. А потом престиж, юнити. Ну, короче, то на штабе плюс 3 фактически ты можешь держать одну из политик религиозных без потери. В новый мир. Войну нет. Понял. Лол. Танк, а что надо для мира, для импрува, что надо? Для импрува 1000 очков военных правителя и все. И ты классный. А, рекрутов нету, вот в чем дело. Угу. Сколько, кстати, максимально у Англии рекрутов? 60. Неплохо. В Голландии также. Вспомню, что надо было сделать. Только вот что-то нихера оно не растет. Парни, кто на кого стоит? На 13 колонии или на Нормандию? Что круче? А что, они уже? Да.
конечно, Нормандия. Нормандия затащит. Нормандия затащит у колонии восстания. Ну, кстати, нет, смотри, там сейчас у Англии все плохо, так что если 13 колоний восстанут, то Англия еще не... Англия нет, там не воюет французский посол и британский посол. Да. А, ну тогда, да, тогда, конечно, 13 колоний все снос. Мы с ним... Так, что мы будем делать? Не влазим в эту войну, я так думаю. Угу. Я показал, никто не влазит. Это... Никто, нахуй, блядь, не влазит. Да, вообще не влазит. Никогда, никакая сучка не влазит. Первая кампания European Escalation, когда там ГДР на ФРГ напала. Угу. Насчет никто, это, конечно, ты сказал, но... Будем пробовать? Mm-hmm. Есть еще. Ну, я, кстати, вот, блин, сейчас военные идеи все вокруг, у меня военных очков будет. Опа, еще и просто. Ну, вот, кстати, да, вот это недоработка, мне кажется. Сейчас вот я беру у тебя централизацию. Я так понимаю, центра нужна, да, не делегаты? Вот тоже об этом. А? Есть у кого-нибудь мнение по поводу? Но она очень хорошо рулер Capacity повышает. Ну, очки монарха. Я думаю, я не пойму, что дает обилка последняя у делегатов. Accept культур трэш-холд. Быстрее принимаешь. Культуры принимаются быстрее, но мне как бы это вообще... В смысле, этот, конвертится культура меньше быстрее? Меньше БН нужен для принятия. Я в сингле брал эту херню, и еще вот эту из последних идей, которая ту же самую хуйню дает. У меня никакие культуры вообще не принялись. Ну, вообще БН мало еще у них. Ну, у тебя там... Бена дохуя было. Ну, кого? В смысле, не в этой игре, а вот я просто... Может, Бена мало было? Ну, ее пофиксили, до этого она давала 50%. Что такое? Пятихатку сняли, охуеть. Ну... Мне тут звонок сделали, я теперь, у меня карта тупит. А, все норм. Так, что там, где там у тебя там, что там, им нужно походить? У ним. Чё? Ничего. Великобриташки ничего там где? Ну, в этой, в Ирландии горят. Сейчас. Я наемников начал делать. Чё он наемников не делал, я не понимаю. Тут уже бесполезно. Нахуй кальвинистов, блять. 19 в Иудее, ебануться. Ну чё, давай третью скорость. Действительно. Сгорит Британия в аду. Ща я там, мне там два, я ж тебе 40 тысяч сейчас что-то в 20. А, народ, на какой странице инком смотрим? Как-то на первой. На первой. На первой? Ну, на второй, точнее. Кстати, поставил Wasteland, посмотрел, ничего так, короче. Не знаю, мне не очень понравилось. Не понравилось? Блядь, Голландия ниже всех, сука, блядь, как так возможно? Надо работать просто, чтобы была выше всех. Блядь. По трейду ТЭ выше всех. И это печально. Сколько трейд? Так, опять, так, Джокер и я здесь лагаю. Все лагают. Так, нет, по трейду России выше всех, потом Милан, потом Франция, потом Грейт Британ. Голландия тоже не по трейду не рулит. У меня 94 трейдит. Да ладно, наконец прошлой сессии был выше всех, блядь. Ты ой, блядь, меня срезали. Это конец сессии. Да тебе Игорян просто сейф подправил, да и все, все правильно сделал. Вообще сучка драная. Что? У меня трейд просел. А это потому, что ты голосуешь не за Австрию на выборах императорских. А да, чё, это, колонисты плюс 100, что ли? Нихера себе. Чё плюс 100? Ну я вон заколонил, написано плюс 100. А, это ивенты пришло тебе? Нет. Ну, это... А, тебя в год плюс 100 колонистов? Да. Это вообще просто... В прове, в смысле, плюс 100, наверное. Чего? В прове, на 100. Ну да, да, в прове. Нормально. Вот ты сволочь. Что это я сволочь? Пара-па-пара-пара.
Пара-пара-пара-пам. Прощаем Мальтом. И что? Снова про стабильность. Ну, Вальда сейчас отвалится, не переживай. Это я переживаю должен. Знаю, кто должен переживать. Я не переживаю, что надо. Что такое Fervor Point? Йоу-хау. Это, короче, религиозные очки, на сколько у тебя народ Бог любит. Ну и чё, да, чё можно? Я... Ну можно та, мирное время торговли, правда, держи все, военное. Стабильность, я не знаю, для чего нужна. Ну, видимо, поднять стабильность. А она здесь не поднять. Она, да? Просто живол риск снижает. Mm-hmm. Ну иногда полезно. Я отвалюсь от конфы, по-моему, мне подлагивать все равно немного. Ну да. Я вот выбирал стабильность, что-то нихера. Чё, пауза связи? Ну, он с конфы выходит. Торговля так торговля. Просто нажимать трейд, да, и ну, все. Ну, просто трейд нажми, остальные главное сними, чтобы очки чтобы не падали. Если в таб 2 хотя бы, то падать их они будут. На 3 они будут набиваться. С табом я минус 1. Ну, тогда хуё быть тобой. Да. И оно никак не хочет увеличиваться. Никак. Так, проблем хватает. Так, а я ж там наверху. Че, добьешь этих зиолотов? Ты команду, я ж там тоже, блядь. Не... Ну, они в этом. Ну, ты знаешь уже. Так, это освободил. Ща, Ирланя из Шатла. А, я не могу их, я ж католик, ёпт. Не могу только сиджи тебе. Как ты наебал его, а? Вообще просто. Как бы престиж-то более-менее уже улучшается. А, я и сиджить не могу, ёпта. Блядь, я же католики. Приплыл. Ну, как маги у меня. Мусульман можем пиздить. Ух, нихуя, мне еще пизды мусульмане еще дадут. Да, они такие. Ну, в этот, а, ну да, тут их много. Все, прощай, арби. Ты ёбнулся, что ли? Да. Ну, я их... А сколько их выбил? Я их выбил, ну, 20 с чем-то тысяч выбил. А чё он в Александрии одним кораблем плавает? Чё это за лол? Ой, мастерские везде построил. Сейчас постановимся, придем снова. В чём прикол ты? Это, Игорёк, ты там этот, дальше Синая, не туши ничего. Смешно. Не, ну мы там с Серёмой говорили, но так, что... Израиль, он там в конце концов... Израиль? Израиль. А ты что, освободился? Эту, Палестину. Ты освободился, что ли, от грехов своих? От каких? От каких? Ну, по обычных. Ну, надо вот этот, да, этот, Кол Крусайдер регион мне, короче. Давай третий скорость. От зла ты освободился? От Влада? Да. От Злата. Как-то так ты освободился от Злата. Научи меня тоже освобождаться от Злата. Короче, этот, идешь на перекресток улицы Калинина и Козлова, ловишь первую попавшуюся приору, и вот зависит от того, насколько она будет... Населена? Да. Вот, и от этого будет зависеть, избавишься ты или нет. И... Какой ужас. Мне нужны пушки. Трудно жить стало без пушки. Надо раздобыть себе пушку. Не жужжи. Да. Так, это есть. Все отлично. Хотя бы во втрое немного понял, что делать надо. Встраиваться бессистемно. Во встраиваться надо по уму, говорю. А не обыкать. Посылай бабки, блядь, чё ты.
Мы застроимся. О, сейчас Шотландия. Ты хочешь мне бабок прислать? Я говорю тебе, высылай мне деньги. Я тебе могу только армию выслать. Шотландия отделится сейчас? Твоя армия. Ну и правильно, а то референдум неправильно закончился. Так, этот... Ваки, ну-ка спасай меня. Кого? Меня. Кого тебе? Меня. Меня. Его, Ваки, его да, спасай. Меня. Сай. Так. Обнём, это всё обнём. А, мне бы доплыть нечем. Да как так? Пешком иди. Я случайно себе это, распустил эти... Флот. Транспортники. Вместе с галерами. Неплохо. Да, это уровень. Это было серьезное заявление. Ну, это пират обычно так делал. Да. Да мне что-то Нидерланды говорят, распускай галеры. Я и распустил. Угу. Нахуй Нидерланды скажут, тогда к нам выпрыгни. Да-да-да, я тоже об этом подумал. Так, дали пизды, блядь, муслимам. Мали мне предлагает союз, вот это поворот. Блин, блин, так что мне улучшить, блин, делегатов или централизация? Ну я сейчас в центру буду брать, я уже сказал. Бля, в принципе, у меня культур дохуя. Может, блин, хоть и здесь сработает. А что такое new командант? Это что такое? Че-че? New командант. А новый командант. А, это. Ну, у тебя советник. Советник, советник, я понял. На плюс 5 дисциплин. Блять, я случайно не то сделал, бляха муха. Бери Италию. Игорь, попробуй. Ну там можно скорость пульсовать, блядь, держи 4-3, пожалуйста. Че, на четвертый играем? Хорошо, шли на четвертый. На чем? Да блин, вы постоянно лагает. Язи не дает нам шанса. Вообще лагает постоянно. Пара-па-пара-па-ра-пам. Так, я не понял, что тут всякие какие-то. Ну, прощай стабильность. Чё ты не понял? Какие-то Нидерланды, блядь, появились. Где? Какие-то Нидерланды. Почему Крым где-то рядом с Карельским морем? Да, где Нидерланды появились? В ёбаном Занзибаре. Как он, наверное, Африку колонит, логично. Игорь, на Занзибаре шлюха. В Занзибаре? Не в Занзибаре. А вижу, да. В Мозамбикском проливе. Вижу. А, и правда, слушай, я даже не заметил. Что? Нет, там у них... Берег Золотой Кости. Да, Берег Золотого Кости? Да, а что делать? Авторитета? Да, Костя Золотой, блядь. Золотой пацан, но авторитет Костя Золотой. Костя Золотой Карандаш. Нихуя себе, блядь. Лучше Костя Золотой Пистолет, мне кажется. Не, ну это по аналогии с Сонькой. А Сонька чё? Золотая ручка. Неплохо, кстати. Неплохо, молодец. Неожиданно, да? Четко. Всех авторитетов знаешь, мол. Да это я в песне слышал, забыл, как группа называется. Утырка, да? Нет. Утырка? Утырка. В принципе, да, можно и так назвать. Пивдов, меня Даши гребаный Китай опережает. Да не, Китай там что-то стронг. Да, тут это правильно, мне кажется. Ну, то, что Китай пилит там, все, кому не лень, это не труп. Китай никто не пилит, Китай стабильный. Китай, ну, ванили. Сам пилит. А тут как бы нет. Как бы нет. Слышь, Меф, мне нужна одна проба в Африке. Бери. Ну, ты лучше подари мне. У тебя же есть пробы в Африке. Нет, ну, мне нужна в той Африке, где вот Испания. Только чуть-чуть. В Черной Африке? Да. Ну как бы я собираюсь там сделать сильную торговую компанию? Я больше беспокоюсь, да, я потом Японии, да, которая почти собралась, у которой, блядь, 20 военкер. Блядь, ну он кейп за это самое, за колонию. Блядь, у меня колонистов нету, ёпт. Я только за. Ну за колонию продай мне, я тебе потом отдам. Отстраться, а у тебя откуда такой доход большой? Что это? Какой доход у меня большой-то? Ну... Да, относительно большой, почти как в Испании.
Что это у меня выделил? Что за мара? В Испании, блядь, торговцев нету. Бабки не можешь вывозить, да? Ну не знаю, да, вон да, у, да. На, у Германии на 40% больше, чем у меня доход. Но ты к Германии-то не меряйся. Да. У меня доход, например, маленький. Меня сейчас Византия обгонит по доходу. Нет, расти больше некуда. Нет, расти больше некуда. Я уж вообще помолчу. Марат Харас. Что ты знаешь так постоянно, Ратыш? Где этот Марат Харас выделился? Да бля, еще парашек Генрица одна. Ты здоров, расти большой. Генерал хотя бы по вторым шокам, а? Где найти этот Марат Харас? Ты где-то в Индии, мне кажется. Еще ничего так. Джокер, а у тебя отношений слишком много было, да? Да. 6 из 5. О, опять берберские пираты, блин. А, они даже так тебя они не прекращались вообще-то. И у меня сейчас вот первый раз выпал в этой сессии. Чего, когда вы уничтожите берберских пиратов, ребят? Ну, я работаю над этим ФФА страны. Это Кигарян, тоже, как видите. Я нашел этот Марат Харас. Кигарян, в Африке как будем кто ограничить? А ты что там хочешь взять? Ну, я хотел бы себе государство Марокко, тебе государство Тунис. Нет. А что так? Хитрец. Ну, мне надо много. Ну, мне культура принимается. Ну, так мне тоже нужно. Я и буду их прикрашивать. И там культуры твоей нету. Ну, Зенату мне принимается. Ну, мне тоже они нужны так-то. Всю Зенату мне говорят. Я позвоню предварительно. Вот так вот. Слишком круто ты хочешь. Хорошо. Этот кайзер. Ну, да. Да, это кайзер. Хорошо. Кайзер Вильгельм Танк. Вот стоило разгромить кайзера Австрию, как сразу полез в Африку. Ко всем остальным начал доставать людей. Все как ИРЛ, ребят, надо это. Просто отлично, умер наследник. Надо Антанту делать. Умер наследник, блин. Какая Антанта? Ну храни, блядь, что ты нам-то об этом говоришь? Похуй. Антанта горячая. Дискавери. Давайте скорость будем держать, пацаны, ну блять. На самом деле просто рассера, я почти застроился, Джокер. Ох. Сагаптарион просто морозит людей, блять, в этой, блять, Финляндии, они дохнут там, ну похуй. Джокер, Джокер, покачай со мной отношения. Причем главное католики миланские восстали, вот это вот вообще самый прикол. Где? Где? В Караганде, на островах. В Караганде, а ты хотел. Суть в том, что миланские католики. Ты думаешь, это не случайность? Конечно, не случайность. О, смотри-ка, Франция начала тоже гореть. Ну, имеется в виду, это, Нормандия. Там мы поняли. Ну, я не вижу, если честно. К чему бы это? Так, ну, кстати, я напоминаю то, что со следующего года можно ввести колониальные войны. Да? Да. Причем здесь Джекер и его Польша? Ну, вот, я не знаю, поля хочешь на кого-то напасть, колонию отобрать. На Англию, небось. Поля? Да, Англию Англию сейчас кто угодно может, поэтому вот. Давай, давай. На слабых только и можете. Ну а ты как думал, что на сильных что ли нападать? Слабаки. Это не по-европейски. Кстати, нет, интересно, что там у Сагаптора, какие инструкции. Реванш, наверное, деды ебать там. Допилить Финляндию, вся хуйня. Допилить Финляндию? Я слышал про целую, я слышал, что там целую книгу издали с инструкциями. А что? Да, там довольно обширный список поручений. Даже так? Это, кстати, насколько это особо. На минус 28 я мог прокачать, и все, и больше у меня не качать с тобой отношения, Берг. Ну, началось, антиговерменты пошли. Это нам надо один брак и такую хуйню заключать. А с кем качаешь? Да, один брак, и я не могу, правитель умрет, тогда смогу. Понял, ладно, отменю миссию. Джокер, а ты там что-нибудь себе строишь, какие-нибудь домики хотя бы? Да какие деньги, Зин? Ну, не знаю, может, деньги появляются периодически у тебя. У него там миллион денег. Ну, чейндж стабильность страницы минус 10. Бывает такое в нашей жизни.
Вот Австрия строит домики. Было 140, стало 160. Вот это нормально. Рашка строит домик. Танк он строит домик. Ну, я чуть-чуть строю там, да. Хоть Китай обогнал. Хотя бы нигеры всякие, блядь. Хоть Китай, он первый вообще был. Да тоже там. Так, да. Читанный следовалось. Так, до Италии осталось, сколько тут нужно? 500 рулера capacity, ёпта, будет Рим, нахуй, ёпта. Рим, нахуй, блядь. А, да, рулер capacity, я думал, ты что-то из-за кор там. Нет, так у меня нужно было сначала стабильность для всех провок. Сами как думаете, 50 военных традиций надо потом рулер capacity за 400 монет или нет? Понятно. Да. Конечно. 50, да, надо. Значит, надо купить. Сагаутер, дай денег Джокеру. Джокеру не дам. Капец, у меня одна из... Тебе хочешь, дам, ты отдай Джокеру. Почему, кстати, у тебя 50 военных традиций за 400, а у меня всего 20 предлагают? Германия пошла. Пошла куда? Вот так. Куда пошла? Куда? Это... Марокко. Я уже давно там воюю, пару лет. Зачем ты мне своего наследника дала? А, да? А почему Милан чит? А почему? А же Милан? Нет, погоди, а где? Посмотри. А, теперь Чарльз седьмой убийц, да. Игорь, ты же против. Че? О, странно, а че Каир до сих пор не забрали, британцы? Забери. А я, может быть, даже забрал бы сейчас. А, ну там суннит, блядь, пиздец. Ну Ерём, конечно, как обычно, авантюрил жестко. Ебать, сколько этих фашистов бегает в Марокко. И офигеть, процент вообще не... А, Take Capital, у них вон где. Все понятно. А, уже нет, идем. Отбил. Этот ивент когда-либо заплатить 1500, либо, блядь, в тех провинциях, кто бы стабильность на месте опустится. Капец, марокканцев, конечно, да. Режем там, одна армия всех. И, кстати, тысяча отребовала, что ли, пол армии выбивают. О, Корвул! Он тоже хочет отделиться. Освободи их. Так, это мы все строим нормально. Не, в реале тоже Корвул хочет отделиться. Да. Блять, меня вообще какие-то по пятихатке сбивают вообще нахуй, блять, вообще беспредел. Так, ну ладно, хоть традиционно стреляю чуть-чуть. Сколько, кстати, мир туда подохнуло? Польша 133 дохода, ебутся куры нахуй. А че, в кем? 133 дохода, а сколько у тебя чистыми джокеров в месяц? 10? Ну где-то так, да. Неплохо. Значит, неплохо, это вообще донно по этой игре. Угу. Даже у меня больше сейчас доход. Ну, блядь, поздравляю. Так, а молоточек же считается уже провинция заебись стабильная, да? Нет, да. Пацаны, так, птичка считается самая крутая. Нет, ну вообще молоточек уже норм, короче. Можно нападать, пилить дальше, да? Ну, не знаю, может, птички дождешься. Ну, попробуем. Да, пацаны, 5 сек. А у тебя уже птички почти везде, смотри, что ты. Парни, Влад порвал со мной союз. Протестантизм не завезли мне, да? А то что-то вообще. Вообще. Тебе, по идее, анабаптисты должны быть. Ну вот анабаптисты я видел были, но вот что-то как-то... А, пацаны? Подождите. Так, сейчас. Хуякс, блядь. Вот так вот нахуй, блядь. О, новый Рома. Новая Рома. Ай, подожди, что? Почему новая? Вроде Рим старый. У меня сестра, короче, это... Майку привезла из Италии. Там это Рома написано, блядь. Может, это может, это футбольный клуб? У тебя и Мэнпауэра, наверное, сейчас будет, я чувствую. Да? Ну, нет. Новый, а что, там ивентики появились новые какие-нибудь? Нет. А культурки какие приняты? О! Все латиняне. Да, ну не, нам 20 комп, это нормально, блядь, на первое время. Ну-ка, щиточки! Блять, а щитов-то нет нихуя. Нихуя, конечно, нихуя не дает. Роман НДФ, ну дает, ну дефицит, корпорейшн, начну так. А где смотреть, кстати? Ну, в принципе, типа так, мать. Неплохо. Получше. Ну, да, ну по военке чуть хуже, чем у меня, но если гражданкой смотреть, то в принципе норм. Гражданка все равно да. Все равно нормально, в принципе.
проценты по займам. Блять, ну не самая хуевая идея, на самом деле. Ну и минус 10 кс, технологии кост, это неплохо. Да делать. Не, ну 10 к техам и у меня есть тоже от этого. Лютера. Так у меня тоже такая, тоже такая тема есть. А, ну, норм, чё. У меня самая главная фишка 10 пушкам теперь есть. Mm-hmm. От чувака кого-то. 10 пушки и престиж. Ну, престиж у меня сотка всегда. Везёт. Зажрались, ёп, бля. Конечно, зажрались. Танк, а сколько у тебя military points? Military points короля, имеешь в виду? Ты тоже ну, вообще, копишь? Сколько ты собрал? Собрал, ну так, много достаточно. Сейчас покажу. Надо посмотреть это. Так сколько надо собирать-то вообще military points? Тысяча надо, у меня 500. Тысячу? Нормально. Херащится. Так а после тысячи этот... А после тысячи там мой атомный бонус, я пехотку качну, у меня пехотка поднимется, плюс один ко всем пипкам будет. Зато у тебя кава упадет. А каву? Если ты пехотку реформируешь, у тебя кава упадет. Ну... Кому нужна скоро кава будет, а? Угу. Я, кстати, хотел это, арту прокачать. Что там арта дает, не смотрел? Так, ну что, арта увеличивает эти самые пипы. А у арты? А у кого снимается? А у кавы и у пехоты немножко снижается. Ой, блядь. Ну, понятно, короче, эта хуйня нахуй не нужна в таком случае. Не, ну почему? Понимаешь, на после трех реформ по пехоте, например, обычно нереформированная там 45, ну, общая сумма пипок, а реформированная в сторону пехоты 54. Нихуя себе. Это штейн, ну, как новый на один уровень. Да не на один, это на несколько уровней. Считай, на три уровня. Это опять пираты, блядь. Ну тебе кава, так пипать ей пиздец. Ну не, если шокер кава прокачает, то у него кава-то будет молодцом, но при этом все остальное будет. Да, у него, в принципе, ничего другого. У него, он же половину кава может в армии держать. Он пол, ну, как бы. Ну вот как бы у него будет там половина армии. Так, ну вроде бы... Вторую, а? Третью, Игорёк. Танк. Вроде бы отбил. Ушла. Столицу. Танк. Чё? Ты Claim Throne же можешь по мне что-то делать, да? А ты кто говорит? Франция. Франция, так, Dynastic Action. Да, могучий, теоретически, как-то. Понятно. Ну не, а там что надо? У меня престиж просто сейчас на Марокко настрельно, поэтому и могу. Он еще едет, смотри. Он едет. Он тоже на него едет. Ну, круто. Там только цвет немножко, конечно, такой ярковатый, что-то у Рима этого. Да. Так война прикольно. В нафлету будет между Германией и Испанией, Вау. На Францию? Угу. Я бы еще бы задержался. Ну танк, Францию я тебе не отдам. Ну ладно, ну ладно. Ну да, да. Я тебе не отдам. Ну я, че, посмотри, что такой ты Верфоюф мог бы быть. Да вон, там здание стоит пол 50 тысяч. Чего? Здание Ганза Контор стоит. А она ивентовая просто. Ганза Контор это ивентовая в Дании. Я, кстати, ни разу не видел. Видел, потому что Ганза фраза обидел. Да, Швеяна было, когда за Швеянцем первый раз играл. Угу. Ну, синглы прогонял. Там она есть. Но он ивентом ставится на всякие хуету, блядь. Такой, типа, лоховская мана такая, бля. Ну, Гарань, конечно, так, блядь, нихуя его потехал, блядь. Кто? Ну, а так как-то... Как-то так, да. А как иначе в наши тяжелые времена? Чё началось? Типа того. Чё началось? Да ничего пока не началось, так же. Ничего пока не началось. Ну, пока еще ничего не началось. Так, типа очки мне на что будут нужны? Нахуй должны. Это интересное мнение, я вот думаю то, что действительно оно так и есть на самом деле. Да, я бы был, да, прав. Так, я сейчас одного пидора удалю и найму нового пацанчика. Вот 6-2-2-2, ну такси.
А, у меня 4 CG, это где этот мой 4 CG? Ага, ладно. Ну что тут, кстати, не вайпаются эти уроды? Встань. Так, ладно, тут арабат можно прикрутить, я еще правильницы получу. Чтобы держать себе жихад. Это чувство, когда я вайпаю по 2000 за один тик. Эх, воевать с ордой. Опа. Ну у меня то же самое, у меня там один инвестиционный корпус бегает. Унижает там в сколько там, да, дипломатическую карту, дипломатическую... А, ну да, почти всю Северную Африку, короче, в альянсе унижает. А есть смысл эти строить, как Академию искусств, вот эту хуйню? Ну конечно. Нет. Нахуй. Ну там ивенты идут. А, идут? Да, там типа статуя, там типа вся хуйня. А, бог послал кусочек. Кус. Кусочек хуя, да? Да. Того. Ну построим тогда. Статуя? Бабки-то есть, ёпте. Хули, бабло, и течет рекой, бля, да? Так, ты убрал свои корабли, что ли? Флюбика, да. У меня Польша. Польша подохнула. Ну, в принципе, сам можешь давайте посмотришь, мои корабли там... Нового Рома, бля, 290 практически. Ну, понабирал, нормально. Я вообще не считаю, ребята, вы что, прикалываешь? Какие бабки? Две провинции, нет, три. Три провинции. Где, у кого? Где? Нормально. Две. Че нормально? Так она еще горит вся. А с кем это бою? Че-то какая-то 13 колоний стали, какие-то куски ее островков. Че, 13 колоний сосали у Нормандии, да? Уже да. И на что их опустили? Я так понимаю, их еще не опустили на... Ну, все скоро... к тому идет. Все к тому идет. Ничего. Так, что у нас там? Престиж это... растет. Стабильность, правда, не растет. Так, ну ладно, сейчас то, куда у меня все бабки сейчас выходят, мы уже строим наконец-то наш великий проект. Там можно будет домики нормальные строить, человечки. Че, больше да. Не спасаешь меня? Так у тебя сейчас спасено, епт. Вон там 10-11 тысяч. Пиздос, yeah. Блядь, пиздос. Испания там началась. А, сейчас иду, пройду. Блин, Нью-Йорк восстал. Ну, достали. Одну убью, теперь крестьяне начали восставать. Я только что тебя вынесу, блядь, 17. А чтобы, чтобы повысить прирост очков правителя, что надо, кто говорил? Хуй знает. Положительную стабильность. Стабильность что-то не растет, ни хрена. На нуле после... А в решении есть такая политика? Да ничего, никакой нет политики. Increase stability. Не знаю. Increase stability? Mm-hmm. У него тут... Это есть. У меня нет ничего. Emperor if dead. Moritz I of Germany. О, смотрю на эту вашу империю. Да, это что ли Курфюст там сделал, я не знаю. Кого? Австрию? Да. Ну это... Да. Это в будущем. Что, там император, что ли? Тебе жалко, что ли? Сделай Австрию, сделай Византию тоже. Было бы прикольно. И все империи... Вы... Новая Римская, Священная Римская империя, в ней, блядь, Новый Рим. Новая Римская империя и Старая Римская империя, да? Ну, у нас все четко. Я состав Римской империи, поэтому я отдел и в Римской империи, и в основном Римской империи, да? Пока я только так могу. В принципе, это не сильно меньше, но больше у меня пока просто надо какой-то проект достроить в Германии, и потом я смогу больше денег рисовать. Крым? Я тоже хочу что-то застроиться, но денег не хватает постоянно. Доходим. Так, присылай мне деньги. А, нет, я просто должен денег за то, что он за меня голосует на выборах императора. Я за тебя тоже подголосовал. Но ты не можешь в этом. Так, а что, ты вышел в империю-то автоматически, что ли? Я не понял, Игорян. Кто? Ты кто? Ну да, меня выгнали. Как ты? Пидорасы. Да хаса меня выгнали. А нет, ну это... хуй знает. Но ты курфюр все равно. Да. Так и да. Как же сможешь? Так и мы в империи.
Так, выгони его нахуй. А, кстати, я смогу добавить? Да, Imperial Maintenance 2. Ну, не, войти туда не сможешь, это никто не может войти. Я ты так и слишком большой. А этот модификатор же его никак не уменьшит, да? Он из-за количества проф падает, да? Так, пока будем фабрикетить клей, мы тут всякие. Зато теперь интегрировать у провинции, а не этот, как его. Щитки спадают минорские. У тебя тоже танк такая тема есть? Чё? Этот, щитки минорские спадают? Называется... Да, иногда бывало. Интеграция, да? Да, да, да. Они пачками в сингли-ивенты выпадали эти. Так. 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 Блять. Ну, скорость, давайте встретимся, да? Чё? По чуть работаем чутка тут, блядь. Занимаемся делом. А я да. Так... Нехорошо я, получилось. Я так расстаешься, не вассалишь никого. Нехорошо получилось. Что случилось-то? Да так, мелочь что-то одна получилась, но которая мне не нравится. Бывает. Так, что это такое? Это Европа 4. Peace Lord, третий овер. О, это хорошо. Это чувство, когда в международной провинции только 71 тысяча дикобных кочевников собралось. Тоже неплохо. Так, ну я так понимаю, если мы сейчас посмотрим. Джокер, здесь... а у тебя татарва принята? А, ну нет. Татарва у меня не принята. Татары. Татарва нет. А чё так хуёво? Канцел, это что такое? Ну это что-то там контрреформация. Это контрреформация, да. Как говорила моя преподавательница, Картахена. Чего это? Ну у нее был такой прикол, она букву Х коверкала. Она знаешь, как говорила, вот сейчас начертим схемку. Схемку? Да, схемку. Она русская была у тебя? Осетинка. А, ну все ясно. Схемку, блядь. Короче, представляете? А вот этот есть, как же называется? В общем, есть какой-то решение, это что, блин, политика на сбросы дипломатии технических очков, перекрас культуры, да? Ну, можно списки, список культурно открываешь, там она типа отнимает ее. Ну, 126 должно быть, показывает 100, да? Но когда жмешь, прожимаешь перекрасить культурку, отнимает 126. А-а-а. Интересно, девки пляшут. Просто у меня есть по 100, я думаю, сейчас две пробы прожму, а прожимаю одну, смотрю, у меня 190. Барбаросса страйк. Так это время показывается там. А, это время, стоп. Это время. Я дурак, ладно. Договорились. По поводу того, что Ратус дурак? А что за Милитен Компланс, агент? Хуй знает. Это в этих, в политике же. Ну вон, выбираю себе. National Digits, там спонсор. Не, это выскочил ивент просто. Это два выбора, типа. Ну ладно, шанс, какой-то шанс. Вот тоже так странно, барокко, короче, в Варшаве. Нужен 21-й админ тех. Я беру 21-й админ тех, и решенька пропадает, ее не выбрать. Блять. Ты опоздал. Но там барокко уже не в моде. Барокко уже не в моде. Нет, у меня барокко для Берлина можно сделать, но надо 3000 денег. Так, ладно, я отошел на 5 минут. Только 3000 денег, а? Слышишь, да, этот такой называется? Оним. Продай мне одну пробу, я потом его верну. Начинается. Ну я тебе верну, заебал, блядь. Начинается. Ну, блядь, заебал, ебаный в рот. Чё ты нахуй как тёлком, блядь, мнёшься? Ты купил, понимаешь ли, себе прову? Полностью но... Египет. Зачем у тебя эта прова? Ну, блядь, потом расскажу. Да, потом расскажу. Давай, блядь, заебал прову сюда. Угу. О, нихуя себе, Игорян захватил этот Каир, блядь. Давай, когда прову, успел? Заебал. Я тебя тушу, ты, блядь, нихуя себе ты, блядь, Вася, нахуй, блядь. Или мне не тушить тебе? А в другой цели прийти, да? Ну.
Можем, блядь, забрать ее, то есть, ну, никто ничего не будет сопротивляться. Давай пробовать-то, короче. Знаешь, какую пробу надо? Демилят, короче. Давай, давай, Вонем, заебал, не ной, ёпт. Обломайся. Нихуя себе ты, Вася, блядь. Я тебе говорил, не туши дальше Синая Прова. Ну, сейчас будем... Ты мне не верил. Сейчас будем забирать силу, значит. Туши. Нихера ты классный. Блядь, Силой. Да. Давай, давай, Вонем, заебал. Интересно, что ты скажешь Ерёме. Бля, у нас с Ерёмой было по этому поводу нормальное взаимопонимание по этой теме. Пацанское. Да. Я ж тебе потом отдам, ёпта. Хули ты заныл, ёпта, бля, сразу. Я ничего не нужен. Я даже могу тебя силой взять, потом отдать по счету щиток. Третий сколько раз, пожалуйста. Да ты что? Да, ну и потом отдай, чтобы щиток не спадал. Тебе вообще похуй, блядь, оно все красное, ёпта. А Капитолий строил кто-нибудь? Я догадываюсь, кто мне это красное делает. Блядь, такое нахуй красное, блядь. У тебя Харри Unstable Pro, ёпт. Капитолий, ну, дорого, нахуя. Оним, заебал. Что за Капитолий? Ну, кстати, зря не делаете. А что дает? А, очки Монарха, очки Исследования. А, да? Где это? Где что? Какой Капитолий? Ну? Капитолий в столице строится, дом такой уникальный. Ну ладно, давай построим. Построим. Коль не шетишь. Ну, то ли исследование, то ли конкретно очки Монарха увеличивает. Хорошо, полезная вещь. Что делает реформ провинциал government? Я нажимал, я хуй знает. Оним, дай проу, заебал. Подожди. Ну, у меня Капитолий стоит. Что ждать, ёпта, не могу понять. Веселье. Какое нахуй веселье? Ты заебал, Оним. Дай пробу, блядь. Одна проба все нужна. Я догадываюсь. Так, вот, догадываюсь. Отлично. Бля, хуёво. Если я еще одну провинцию возьму, у меня будет Imperial Maintenance 2. Сдай пятак. Где ты смотришь? Зато в этом случае у тебя никогда не будет имперских торговцев. Чего не будет? Два торговца дают, если у тебя 100 проф. Да. Вон, Рашка уже давно с ними сидит. Ну, это все, конечно, заебись. Но это не особо выгодно, на мой взгляд. Мне проще свою уютную Германию окукливать. Что-то опять Готланд перекинулся. Оним, ёбаный в рот. Что там? Дай пробу, блядь. Какую пробу? Демьяк. Какой еще демьяк? Блядь, ну вы, блядь, видите нахуй, ёбаный в рот. Или думаешь, что мне лондер, что ли, нужен? Я не понимаю, блядь. Конечно. Нахуй мне твой лондер, дай мне одну пробу, я тебе потом отдам. Угу. Игорь, нахер тебе нужны? Да, блядь, поставь щиток, потом я отдам. Ну. Так чё, где моя проба, ёбаный в рот? Да. Да. Оним, блядь, я ж нахуй сейчас... Нет, плюсуйте скорость, кто ещё может... Оним, блядь, я ж отниму нахуй через, блядь... Я всё могу. 40 дней, через какой 40? Через 140 дней я, блядь, приду за ней. Зачем они напали, они наркоманы, что ли? Третью скорость поставьте, кто-то на кого напал. Да блин, мои Бразилии, моя Бразилия напала на Бразилию в Испании. А там, как я понял, испанская Бразилия побольше. Да. Там так и будет, блин. Ну да, но там же можешь писаться, по идее. Ну потому что надо было жидов тебя, блядь, там не ждать, блядь, а сразу покупать нихуя про. Так, да нет, что-то лаг, миссионер отправляется. Моя Бразилия напала. А это бывает. Твоя Бразилия проиграла битву. Можно будет отправить. О, Норманди тем временем, она самая встала вообще, как вот историческая конфедерата. А что, совсем что ли унизили? Да, Оним, ёбаный в рот, блядь. Вот даже Ричмонд взяли, да. Оним, торопись. Оним, ты заебал, дай пробу. Поторопись-ка. Конфуцианские зелоты. Чем мне торопиться? Да. Блядь, да пробу мне нужна эти, быстрее, я чувствую, быстрее себя страшно, заебал, просто, да, заебал, нахуй. Ерём, позвони, Горян, Ерём, позвони, у тебя все есть твой телефон. Да хули Ерём позвонить, блядь, этот долбоёб нахуй, блядь, ничего не понимает, долбак нахуй. Дай пробу, заебал. Я всё понимаю. Чё ты всё понимаешь?
Хули ты там понимаешь, пиздюк, блядь? Ты взял прову в центре, не мог взять вон турбаку это хреново. Да она мне нахуй не нужна, ёпта, блядь. И не париться. Но блядь, нах... Вася, блядь, дай прову, сука, я тебе потом даже две отдам. Зачем тебе алкохан? Да я тебе отдам ее потом обратно, нахуй. Я не понимаю твоей логики. Блядь, а он хочет щит там поставить, чтобы красить туда дальше, очевидно. Да, такой ты долбоёб, пиздец, нахуй. Ну так щит получить он хочет. Ой, на этом алхуахане, который он мне хочет отдать потом. Какой? На суахину у меня ниже провы. Он на свои провы будет щит ставить. Да. Он не может там щиты ставить и выполнять ли дистанции. Он им татуговат. Этот, на щиток ставить на Ал-Куахан, который в центре империи стоит. Да он мне он нахуй не нужен, у меня прова ниже есть, Вася. Он на Суакин хочет ставить. Ну так, Суэн тогда напросить, они, блин, не думят. Какой? Че нужно? Ну так ты не сможешь, если ты Думьят возьмет, то у тебя не получится. Может. Я поставлю Аль-Куахин, а потом ниже поставлю свою вот эту ты. Хуйню, и нормально все будет. Потому вот что ты. Там нужен этот, как его, порт в этом, в Средиземке. Да, давай сюда прову, заебал, блядь. Блядь, да они даже граничат, сука, давай прову, блядь, пидоры. Ты с Мамилюком воевал. У тебя была возможность взять прову. Да мне нужна граничная проба, Вася, блядь. Как раз Вася. Спорим. А почему, почему Игорь, почему ты используешь термин Вася? Потому что так и среди русских Вася называют, когда, блядь, тупит человек, нахуй. Так... Давай сюда Демьян, ёпт. Не. Блядь, я что сейчас сам возьму, нахуй. Демьян, Вася. Бей. Йоним, я что возьму сейчас, ёпт. Угу. Ну подожду, пока отвалятся, хули, блядь. Да Игорь, да позвони ты. Ерёме, да. Ну... Сяма, нахуй. Алло, Ерёме, ну пожалуйста, скажи. Сейчас мы. А чё, Игорян, вон там не можешь... А, это уже там Беркут, блядь, захватчик. Беркут собирает владение Юстиниана Великого. Люди, Шетландс у нас где? Кто? Мне кажется, это где-то в районе Мюнхена. Я не понял, а хули... Чё случилось? Блять. Ну, короче, мне отвалились Шетландские острова. Да, это выше Аркеев. Ну и что тебе не нравится? Там армия в 14к, ну короче там... Давай уним прово, сука, ёбаный в рот. Ну чё? Испания, короче, по морям. Как Гибралтар, да? Только наоборот. Вообще бред. Ну почему Шотландцы? Ну, видать... А почему католик? Католик. Да сам он поднимал, у нас вон Милан католик. Бля, Приташка снова умудрился похоронить стабилити до минус трех. Да ты чё? Прям похоронил. Понял, дай прову, сука, ёбаный в рот. Понял, у тебя талант к похоронам стран. Не жужжи, блядь. Понял, дай прову. Я вообще ничего не делал, понимаешь? Понял, дай прову. Вот ты и делал, что ты ничего не делал. Ха-ха-ха, смешно. Эту страну дали и ещё угорают. Понял, дай прову, ты заебал меня. Не, ну серьезно, Игорян, кстати, в обмен просить некорректно. Серьезно. Димоле да, там была договоренность определенная. Ну тогда как ты ему можешь логи вкопировать, он ему в личку. Ну Игорян, ну пропиши ему, да и все. Переименуй меня как Ерема, я тебе напишу то, что надо, и ты скопируешь он ему. Че? Наивный человек. Прям ха-ха. Люди, а кому-нибудь эти Шетландские острова нужны? Англия, наверное. Дай пользу. Или Скандинавия. А что, не та должна быть. Нет, Кандиняшка, в Кандиняшке, давай Фаюф на миссию выключим, а в Кандиняшку. Райвела только меня убери. Ваки. А. Ты хочешь купить Шетландские острова? Ну и за сколько? За косарь? 2, 3, 4, 5. А откуда у такие деньги? 2, 3, 4, 5, да. 5? Чего-нибудь, короче, мне дай, и нахуй они мне нужны. Ну так я дай ему просто так, и все. Дай ему 300 монет, и все. Да не, серьезно, вон его об Кромфальд всю Финляндию отобрала, кровавая рашка. Не все. Пока еще не все. Кровавая. Понял, я сейчас иду курить, нахуй, возвращаюсь, забираю прову. Или ты мне отдаешь, либо я ее забираю, блядь. Ну ты че? Игорек, мне тогда потом продашь, как попользуешься. Дантия собирает объедки.
Барским столом, да. Горят, как потрахаешь, ебать, эту шлюху, ебать, да? Да-да-да. Дави. А что такое Клозе... Это футболист немецкий. Нет, это я знаю. Close and confiscate of priory on St. John. Конфисковать владение рыцаря этого Иоанна. А, да, это не нужно там делать. Святого Ваньки. Плюсани скорость, кто может, пожалуйста. Давай. Святого Иоанна. С точки зрения, раз с твоей точки зрения, кстати, Клоза это польский футболист. Да. Блядь, еще Ваньки вторую сделали, ставьте третью. Танк, ты можешь, ну, да? Да, я третью держу. Ратуса, расовой точки зрения. Это важно, да. Для Ратуса так вдвойне. Да, кстати, Жид, что там в Бразилии? Двойная, похоже. Что идет? Похоже, мои предыдущие. А кто тащит? Если я сделаю Крым вассалом Золотой Орды, Золотая Орда из-под меня вытечет или зачем-то Крым вассал? Не знаю. Так что, стоп. Я так понял, это самое, Франция тащит, да? Да. Так у нее идеи, небось, классные, да? Ну, он по техам впереди на 2, я смотрю, военным. Хотя идеи по нулям у французской, да, а у Васильевской, и... ну, военные тоже по нулям, скажем так. Да он только появился вообще этот. Он как появился, так почти сразу... И Фрэвер еще показать, какой он классный, да. Я просто вижу то, что там это самое... карту... Это я чувство, когда провинции больше, чем некоторые страны в Европе. Короче, помогу-ка я своей немножко... Воу-воу-воу, война между Францией и Испанией! Не, ну вообще я поддержу этих католических... Рэбов во Франции? Не во Франции, а в колонии. Да ладно, Испания начала воевать. Прокси-война, да? Ну, значит, я тоже тут еретиков буду поднимать в Кастильской Бразилии. Вот да, кстати, в искусстве войны видели, что будет? КБ новый поддержать вассал, восставших. Сольется, должна слиться. Бразилия сильнее намного. Где 70%, только он бить не штурмуется, но я понимаю. Монгольские патриоты. Что это вообще такое монгольские патриоты, блядь? Почему они восстали? О, кальвини товарных количествах. У тебя уже был ивент, что, короче, прови кальвины вокруг провинции Рюдгёвнер Вене, да? Угу. И что ты принял? Что, блядь, добро пожаловать. А Франция, кстати, переходит в синеньких, у меня она не переходила особо. И мы форсировали Байкал, пацаны, да. Не знаю, как, кстати, танк весь перекинулся. Хорош, красава, просто. Франция, она хуярит с этим защитником веры же. На самом деле, севернее Байкал. Хочу заметить, что православные все объединились. Смотрите, у нас есть единое пространство жизненное. Нет у вас. А, черт, там одной фровы не хватает. А там скоро будет, не волнуйся, нормально. Блин, что-то работа... у меня кальвинизм вообще. Сначала... Новый Рим тоже стал православным. Этот, Ратус сначала, или кто там говорит, это сначала слава Византии. А вот так, у меня все рейлс не снимается, так что хрен знает. Ну ты, не, ты правой кнопкой нажимаешь отменить рейвела именно. А. Вот ты, Ленастер, добро пожаловать. И чё? И у меня крафтнулась игра. Чем? У меня игра крафтнулась. Это потому что игра своял. Быстро пиздите его. Поставьте на паузу. Внимание. Я поставил. Ну, вообще крафтнул? Да, он просто все. ГГМ выпал. О, да, нет. Ирландия. Рихост тогда? Ну, Рихост, вероятно. Там, если... да. Скандинавия еще, добавила в Ривел меня, а не Рашку, которая забрала у нее в Финляндии. А потому что нет Рашки, понимаешь? Ты для Рашки слишком пиздюк. Да, да я для всех тут это. Ой, а что у тебя милитари левел 21-й? Че, Рихост что ли? Ну, Игорян, нет до Нового года, блядь. Давай, ну, Нового года. Температура принялась, не, мёрзну, просто не знаю, как мёрзну, блин. Что все повыходили, ёпта? Стой, кто повыходил? Никто танк не вышел. Повыходил, никто не вышел, ты танк вывалился, тоже вышел. У танка крашанулась игра. Ну, потому что на Новый год. А, народ, а давайте ради смеха попробуем другого хоста, может, у меня просто с Игоряном такая давай перепарится. Давай ты, блядь, не будешь выёбываться, у тебя так будет всегда, у тебя потому что нет, процессор не тянет. Все, блять, раньше тянуло, сейчас не тянет. Ну потому что мод тяжелый, вся хуйня.
Блять, не знаю. Ну чё, рехост? Новый год. Блять, до Нового года же говорят. Блядь. А я вышел тоже. Двое уже. Молодец, чё, блять, дурак, блять. Давайте дальше играем. Отживают же паузу. Ну там мои сядете, блядь. Я завтра объявят войну Германии, блядь, там. Угу. Серьёзно, Игорян, ты там несколько человек уже вышло, не надо до Нового года. Один человек вышел, до Нового года сразу, сюда я пригласил, до Нового года. Так, давайте сюда, блядь, пробуй мне, пузики английские. Забирай всю Англию. Да нахуй мне Англия, мне нужна одна проба, блядь. Ну, за испанский английский. Да одну пробу мне нужна, блядь, давай одну пробу. Английские пробы. Так, Оним, ты такой долбоёб, давай сюда пробу. Не, английские пробы, вон, смотри, Ленус уже отвалил, сейчас. Нахуй мне нужен, блядь. О, исландские националисты. Да. Смешно звучит, конечно. Люксембургские националисты. Сейчас половины этой Великобритании и Испании отойдет. Националисты. Я ненавижу танк за то, что давай он быстрее, Анна Баптист. Давай быстрее. Оним, националисты. Не у меня сейчас прошла перезагрузка компьютера, но я думаю, я быстро сделаю. Оним, давай быстрее. У тебя пробы под отвал идут. Да они и так под отвал идут. Ну я тебя потушу, что ты такой долбоёб, блядь? Да не зачем? Ну ты пиздец. Зачем тушить провод? Да. Зачем? Нахуй зачем? Надо. Да. Ты даешь мне или не даешь мне провод? Зачем? Ну дай мне провод, Демья тут. У тебя 5 лет уже прошло, нападай на Мамилюка. Бери провод. Да мне нужна именно эта провод, дурачок что ли, не понимаешь? Зачем тебе именно эта провод? Потому что она граничит с другой провод, с этой провод. Еще Рашид подойдет. Блять, Игорян, позвони Ереме, скажи то, что, да блядь, нахуй я заберу совсем так, попанулся, блядь. И все. Пускай второй. Давай, Оним, давай пробу. Оним. Оним, хуяним. Ну, блядь, напади на него и отбери. Сейчас нападу, ёпта. Да, нападай. Да ладно уже, после рехоста нападай. Ну, я пока отменю проходы, ёпта. Танка, чего у тебя крышанулось? Ну вот я сейчас прям тебе взял и сказал, чего у меня крышанулось, писал там, конкретно. Там, короче, опять делал читот, читкод. Там, вероятнее всего, как Ирландия вывалилась, вы говорили, из-за этого и крышанулось. Когда новые страны появляются, там бывает такое. Ну хуй, значит, до этого либо вываливались страны, что-то все не крашилось. Так вот и краш, ну моту и краш, и что даешь? Там, короче, что-то начитерил, вот и все. У меня кальвинизм бомбит просто. Кальвинизм. Ну вот серьезно, блядь, хотите, у меня там тоже вентер кальвинизм могут быть. Да 15, 4 дня свой, 10 дней осталось. А религию я не могу сменить. Джокер потихоньку гуситов уничтожает. Кто их наверное? Я их сгоняю в соседнюю страну. Так, все, что-то они от этого в ней не появляются. Сейчас прогрузится первые 3-5 дней. Так, а ты случайно после тоже не изгоняешь ли к соседям? Как я могу их вгонять? То, что у меня какой-то на них идет этот просто дикий, знаешь, прирост этих анабаптистов. Ну бывает, я тут при чем. А ты, кстати, не хочешь их принять? Язи, в Голландии, как и сейчас, всякой хуйни собралось. Я чищу. Хочешь принять анабаптистов? Потому что они пидорасы, блядь. Меня они не устраивают. Ну, пусть вместе с ними пороться в пердах. Ясик, чё ж ты своих одноверов не принимаешь? Ты же анабаптист. Кто тебе сказал такую ересь? Да, на них. Гани, они все анабаптисты. Но ты ж анальный баптист. Кто тебе сказал об этом? Вы питерские все такие. Да, ну, блядь, смотри, я, блядь, это запомнил. На своих турнирах загородных по-любому выезжаете, блядь, и боретесь там. Друга катили мечами, как они там? Ну, эти от мечей задние штуки, блядь, пачку друг с другом. Задняя штука называется яблоко, чтоб ты знал. Яблоко, пачку себе даете, блядь. Яблоко? Да. Типа как груша, если ты не шутимый. Так, сейчас, блядь. Так, мы выходим сервер, полностью. Сервер называется, есть Wikileaks. Может, подсоединимся, нам там документы скинут секретные какие-нибудь. Давай. Скажешь, когда создашь. Да-да. Жалко, дед нет сегодня. Да все нормально. Патролить некого. Да но он бы рассказал, какая вражка слабая. Вражка на самом деле. Хорошо, он Россию собрал, я скажу.
Еще укрываливать даже, да? Ты можешь все с агаптер проебать, все в твоих руках. Да, да, жалко проебывать даже. Ну, ты знаешь, все в твоих руках. Евреи еще России проебывают, это их специальность. Ну, мне сейчас придется это, я там предпринимаю меры уже, чтобы продать Россию. Агаптер, если ты сейчас назвали всю страну, я тебе Крым подарю. Так, я, короче, запускается игра, пошел за... Нахуй мне Крым. Крым, кстати, византийский, если бы это пошло. Ну, тебе и Византию подарят. Ну, это спорный вопрос, конечно. Надо разговаривать. Вы захотели? Скиньте, блядь, не мод, мне этот, то есть сейф отдельно, ёба. О, точно. Игорян. Он же отошел. Нет, ну сейф только у него. Да. А он отошел. Скиньте мне сейф. Да, ну кстати, что-то куча народу играет, и по два, по три человека. А, и все запароленные, как соски. Ну, такие же, как и вы, как и мы, не знаю. Нет, ну нас там много. А и они там по одному. Ну, они тоже человека собираются по 10 лет. Агаптер, а ты есть в ВКонтакте? Заходим. Это, скинь сейф, пожалуйста, Агаптеру. Отдельно. Да, перезду, я не буду хотеть там это. Скиньте мне сейф. Да, Игорян, ну реально скинь. Там Игорян, нам же ждать. Вы айта скину нахуй. Агаптер, дно. Ты дно, кидай сейф. Вон, в чатике посыл. Я нужен для пацанов, сейчас загрузится. Весь скин. Так, ага, с тобой. Нова Рома, блядь, хули, блядь. Нихуй собачий. Ты говоришь, как будто только у тебя Рим есть. Ну, у меня такой Рим есть, да. А это как у Сагаптера, у вас Игон есть? Ты забыл про Константинополь? Ты забыл про Москву? И про что я еще забыл, блядь? И про Берлин. У Скандинавии тоже империя, кстати. Какой же нахуй Берлин, блядь? Москва, Третий Рим, Третий Рим. Стокгольм. Не дано. Да. Ладно, секретарион. Подожди. А, кинул вот все. Агаптер, а у вас есть икона в танке? Не, у них такие там эти, блядь. Как эта штука называется, подписчик ваш, как он называется? Агаптер, ты обещал игнорировать их этими хунтами. Джокер, да, вот это про икону, это шутка за тысячу, не меньше. Кстати, а когда у российского танка башня взлетает, икона остается внутри? Зато икона нахуй, зато это православные войны отправляются в рай. С улыбками, да? А вы Иисуса убили. Джокер, жги дальше. Любите, на самом деле это не смех. Я спрашивал православный, говорю, а чё вы, блядь, евреев не любите? Бля, они Иисуса Христа убили. Я так говорю, блядь, фейспалм нахуй, блядь. Ничего, что он сам еврей был. Я об этом и говорил, они как-то... Кстати, Сагатор, а как это, блядь, Иисус Христос был евреем, а вы его не считаете нормальным пацаном? Ну, прилично. Прилетел сейф?
Блять, скоро. Через скайп тоже не очень быстро. Охуеть, пацаны, представляете, 100 миллионов женщин носит имя Анна. Угу. Почему бы и нет? Да, почему ты мире? Почему бы и нет? А в одной стране, блядь, очень много девушек с имя Розочка. Ой, блядь, я Грейф руку хотел. Бля, я тоже Грейф захватил. На момент старта есть Иерусалимское королевство. Это фэнтези старт. Ты хочешь за него пойти? Это альтернативная история. Угу. Ну, кстати, в предыдущей версии раза в два или в три больше было. Вы рехоснули, нет? Да. Я купать не могу. Если муслимов в том таймлайне загнали под школу, то откуда, зачем крестоносцы вообще появились? Что? Прав, равных у них хочу. Это не крестоносцы, это Византия сделала, по идее, это королевство. А, ну, кстати, да, она же православная, там, византийская. Православная нагнули. Византия сильна была, крестоносцы из-за этого не появились, по идее. Египет тоже ж христианский. Египет христианский? Коптский. Ну да. Хуя себе, действительно копт. Ну бля. Да. А кто хост? Годзе или Акеса? Гаприона, если тебе родится сын, ты назовешь его Моисеем? Лучше Мойший. И, кстати, в Каша Фейв у меня крафтилась опять игра. Кстати. Мухаха. Кто-нибудь еще фейв качал? Кто-нибудь еще качал? Как север называется? Годзе? Ну вот, что давайте посмотрим. Саддам. Годзе, Саддам. Саддам Хусейн, который. Угу. Сейчас мир накачает первый. А нет. Ты сломал всю игру. Поздравляю. Это надо танка просто пересадить на это, на Англию. А пароль? Пароль не меняли? 1, 2, 3 еще не подходит. 1, 2, 3. Нет, все нормально. Нормально. Чё танк ты, блядь, нахуй вертел в своей Германии? Видно, не судьба, видно, не судьба. Танк, а кстати, есть охуенная какая-то Персия у нас, нормальная страна. Это не Персия, вообще. Германская империя. Ну ты хочешь прийти, что ли, в Польшу? Ну, я с удовольствием разделю Польшу с Россией, кстати. Начинается. Блин, мне сейчас вот только Россию делить. То а почему делить? Только с Россией, блин? Может еще и с Скандинавией? Еще и с Австрией. В Скандинавии тоже можешь кусочек. Может, да. Италия. Да, ты зашел в игру? Или с Агафтом? Блядь, да все зашли, Ратус, пароль 1, 2, 3. Инвайт тогда, все зашли, я не могу зайти. Да даже с Агафтом и то зашел. Инвайт, кинешь, не труд, попробуй так. 1, 2, 3, пароль. Блядь, я не вижу сервер! Ёбаный в рот, нахуй не вижу. Перезайди. А инвайт важнее кинуть, что ли, попробовать, так требует. А ты так, Кристин, глядим. Ладно, ждите, буду перезаходить. А потом компьютер перезагружу, хули, блядь. Время зачем до компьютер? Время до хрена у всех. Тебе надо из Стима выйти. Ты еще посри потом, ёпта. Игорян, Рафтейсейв, пожал, вышли, у меня тоже в личку тогда на всякий случай. Если сейчас вылетит опять. Кстати, кто помнит, Армуз Прово где находится? Армуз? Персидский залив. Да. Угу. Да, 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 что-то я не вижу ничего. А тут некоторые решеньки, они и звонилки не переделали, пробу убрали. Так, так же, как Фалосократия, блядь. Она есть, а ее не... Есть Армуз, ты видишь маленький островок? Фалосократия, блядь. Что за название Фалосократия? Фалосократия. Ну, Фалосократия, там она тебе более пишется через ТС. Фалосократия. Ну, блядь, все равно я не вижу, ебаный этот Армуз. Это давай пенисом, смотри. Смотри, Меф. Хормос он называется, маленькая прова такая, маленькая-маленькая, да, с островком. Рядом с Катаром. Очень как Катар. Вот где Аравийский полуостров выпирает. Короче, Мускат. Выпирает. Персидский залив не Катар, а другая прова. Арабская стрелка, видишь стрелку, вот туда выше. Я даже за это... Она сейчас под этими, под Музафаридами, Меф. Да. Под провой Керман. Большая такая. Керман через одно Керман, да? Да. Там Лар, прям под Ларом. Понял, наркоман, дай проб, заебал. Прям в обе, прям в обе, давай.
Поплачь, Игорь, поплачь. Да я ж тебе отдам ее, нахуй, что ты купил пидорас, блядь? Игорян, а ты что, это что, натурал, что ли, Игорян? Конечно. Он расист натурал. Ну вот и все понятно, что так. Причем, ребята, я сразу говорю, я брал ее, просил брать ее на время, но только на щиток, блядь. Отними, да, и предлагал за нее еще деньги, нахуй. Да блядь, чем похуй, что ты там предлагал? Игорян, а ты какую праву хочешь, Мальту? Нет. Мальту и так. Мальту он и так заберет. Да, Диме, я не заберу, она сама отвалится, ёп. Ну да. Ну а что ты от него хочешь-то? Демьят праву, на время, ёбаный в рот. Демьят, Димас, что ли, этот, да. В Египте который? Да. А зачем она тебе нужна? Ну, корку поставить, уже внутрь. А, это... Ну, хоть щиток поставить и потом покатиться в Азию, чтобы у него проекция щита на Азию была. Ну, блядь, у меня сейчас проекция щита будет, я думаю, лет так через 6. Вот через 6 лет и поговорим. О, выкидаешь и улетел. Не знаю, у меня сейф не докатился, 99 и вылетел. Он из шоп в сейф-конфе. Аналогично. Так, ну сейчас вот у меня докачалось, сейчас посмотрим, прогрузится, нет? Это нормально, бедная 13 колоний, что с ними стало? А что с ними стало? Стали не 13 колоний, а 3, да? Не, ну 8. Ну, не 3 где-то, 8. А где-то 7 или 8. Теперь название... Их 11. Теперь те, кто назвал эту страну пиздоболы, да? Нет, их 11. Да нет, там всего на 2 правы распилился, нет, там не сильно. Пойду посру, пока все зайдут. Мне кажется, на 3 вот этот. Шенандоа. Шенандоа и Монополь. Нормандия стронг. Я подозреваю, Нормандия первая США станет. США. А, кстати, Бразилия испанская всасывает. Кстати, скорее всего, тут КША можно сформировать. Да нет, там провинции отбили вроде или нет. Да не отбили, но... Мне кажется, еще Мексика тоже французская будет на конце игры, так сказать. Не знаю, Меф, а что ты реально не сожрешь никак, блядь, этих майя? А сейчас? Ну не знаю, их надо вообще быстро хавать, так прям сходу. Пришел, захавал и выделил вместо них этот новую Кастилью. Она сама выделилась. Ну да, сама выделилась. Ну да. Золотой Яр, да, золотой. Я не пойму, у тебя новое Гвинея делается, что ли? А, все, понял. Вообще, надо скубы этих пидорасов французских выкинуть себе. А то так бросается в глаза. Дельмо такое синее. Да. Бросается. Что, Ратуса у нас нет, и Ваки нету. И еще кого-то нет. Ратус. Человек в конфе, а здесь что-то. А, да, двух не подходит. Жок, ты, кстати, залип. Не знаю, у меня качает 93. Половина. Ну, качает. Ну, вывалялся на качели, помял. Ну, почти что-то помял. Трох уел. Для России все больше и больше. А это как у Сагаптера, можешь это еврейскую национальную сказку какую-нибудь сказать? А лучше... Да. Ну смотри, как-то раз... Заебывали. Они сделали голем, и он всех убил, конечно. А, знаю такой, да. Ага. Ты забыл сказать, что он еще что-то там кровь своего сына там что-то вхуярил голема. И потом свою еще добавил. Я знаю другую сказку. Как-то раз по евреи заебали немцев. Значит, они доебали чехов. Ну, они всех доебали, короче, в Европе. Как-то раз. И уехали, да, блядь? В отличные места, блядь. Аушвиц. Арбайден Махфрай, ёпта, блядь, ты говоришь. Ребят, не помогло, у вас стоят. Перчик вообще не вижу. Можно помочь, по-любому. Короче, пацаны, сейвы стали очень большими, поэтому надо их качать из Стима. Ой, из Стима, ну вы поняли. Ну, я думаю, это проблема. Там же зашел, да, там же зашел. Че сразу? А какая чек сумма? B541? Чех сумма. Да, B541. Да. Это чех сумма. Сумма чеков у нас такая. Ну там жрет чипсы, блядь. Я. Головка хуя. Да? И пиво. И пиво, блядь? И пиво. Это вообще, блядь, полон? Свинья. Что это?
О, точно, ты ж напомнил мне. У меня ж есть. Я вчера два хороших крестьянских видел. Там, кстати, мы их, кстати, приблизили на Москву, там какие-то хрущевки стоят, по-моему. Модельки домика. Хрущевки? Попробуйте, надо кинуть, а? Какие-то хрущевки такие, заснеженные. Так, автор, кинь давай, да? Ты можешь сам меня попробовать. Скорее всего, не поможет, но надо попробовать. Нет, ты, короче, зайди в окно мультиплеерной игры и присоединись к кому-нибудь. Слушай, да, реально, что-то похоже на хрущевки такие. Нет активной кнопки такой, так, автор. Так нет, Shift, Tab. Да-да, нет такой, нет, кнопка в присоединиться к игре не активна. Да, но у тебя проблемы со Steam у тебя, может, Steam будет? Я вижу некоторые сервера, а здесь вижу серверов, пяток, 70 серверов. А жми сейм этот... Сейм, кстати, я видел две игры, сейчас ни одной не вижу, до этого две видел, но ни одной из нас не было. Попробуй Steam перезапустить, блядь. Что перезапустить? Steam. Перезапускал. Галочки, посмотри, галки какие стоят, может, у тебя галка стоит? Нет, никаких галок. Поставь галку на этот Steam Version. Поставил, сейчас игр таких нету. Ты видишь, что... Вот, а, стой, нашел, блядь. Нихуя, что ты здесь тратишь. Ты здесь тратишь. Не, серьезно, ты говорил, когда я тут 5 раз сканировал, нихера не находил. Такое слово почество, блядь. Тратус, есть тебе хуею просто вот. Ты что, мне на слово не веришь, ты даже тебя обманываю тебя? Да. Я не знаю, Тратус, я не знаю. А что, тебе кого не хватает еще? Джокера. Горян. Горян. Залей, пожалуйста, сейф на эргохост. Блять, ну вы ты чё ёбнулся что ли нахуй? Мне же сейф заливать. Ну серьезно говорю, что-то от тебя очень долго качается. Бля, Раду скачал уже 8%. 9, ёпта, блядь. Я уже тоже скачал. Не, когда один качает, там нормально. Хотя фейм интернетом в Караганде фей. Не надо оскорблять Караганду. Что там? Ты там был что ли? Кстати, Тибет суннитский. А почему домики? Стену да. Не обнесло. Которая именно? Напиши ну, все. Рабочикам. Все? Ну, города. Нет, а, ванилки там вот, ванилки там, по-моему, реально видно, когда города растут. То да, есть, да, тут тоже а видно, но тут они растут не все. Ну тут как-то вот, реально, Москва какая-то убогая, потому что у меня она реально расстроена. Я вот что думаю. Ньюфаундленд может отвалиться как этот, в Винланд? Нет, он отвалится, скорее всего. Ну там, кстати, Сагаптор и Ванюки, Градаров тут от эффективности Бэн. Производства, что ли. Байена разве? Да. А не от домиков? От домики, домики появляются, появляется мана и церковь, и все. А, ну и супер постройки, типа там. Собор Святой Софии, бля, должен быть реформ, типа хуйня. Ну, кстати, вот стены бы они хоть были. То есть, ну, допустим, где-нибудь четвертая стены в какой-нибудь провинции. И даже не нарисовали ничего. Ну, наверное, нахуй надо только движок грузить лишний раз. Тысяча проф, нахуй, тысяча стен, чтобы, нахуй. Цыба, поэтому и лагает в конце, там все постройки. Ну, хуй знает. Танк, а чего у тебя там воюют на границе с Польшей? Я не знаю, я вылетел уже, я полгода не был в игре. Откуда я знаю, о чем воюют на границе с Польшей? Может, в поляки напали? Не больше, там рэпл стоишь. Вот это... Наверное, гуситы пришли. Лау... Там танка это стрельнул, как тут, гражданская война. А, основа. Крестьянка потом. И потом религиозка. А потом еще смутное время, да? Да. Ты уже два шерстяных носков одел, капец просто какой-то. Ну ты ёбки, бескорячь, я сразу, блядь. Каких шерстяных носков, что? Две штуки уже одевай. Ну у меня температура чуть поднялась, мне холод просто ужасно. Так тебе наоборот нужно морозиться уже. Не нахер, если умник. Игоря, ну залей сейф, говорю. Ты ж умрёшь, волка, ты ж умрёшь. Что тебя называть сейф? Мамка твоя, он будет плакать, да. Нет, по тебе она плакать не будет. Будет, будет. Не, будет плакать, когда ты сгоришь в танке. По тебе твоя мама плакать не будет, а по мне будет. Не будет птенек. Раз, а мне будет плакать тоже мамка с Агапкой. Радсус, по тебе смеяться будут. Много людей. Жиды какие злые, смотрите на них. Вообще, сука, националисты поганые. Да пиздец, они всегда были националистами, эти жиды, на самом деле. Да. Мы богоизбраны, остальные говно, можно наебывать. Да, и да, раз. Сказал представитель народа богонос, так называемого, да? Кого? Кстати, да. Сам провозглашённого. Багоносца.
Ну мы-то хотя бы просто всех делаем богоносцами. От водителя и ТТ. А вы наоборот. От водителя и ТТ. Донецкими ополченцами, там даже освободителей не нужно шопить. То есть там просто реально такие максимум-освободители были. Дагаптер, а ты хотел быть евреем-освободителем? Комиссаром таким, знаешь. Да, хотел бы. Курдистан бы его освободил. Я Джокер... Еврей-консерватор, да? Кстати, а Джокер, Дагаптер, а есть евреи эти, мусульмане? Они арабы называются. Да. Тонко. Не, у них какая-то хуета, что у них, типа, получается, если ты, типа, евреи, а не евреи, то, как бы, у них до сих пор это, типа, только по религии. Я знаю, у них или атеист, или иудей. Ну, не суть в этом, суть в том, что, я говорю, а бывало так, что кто-то какой-нибудь жид взял и перекатывался в ислам у тебя с Агафтом? Много раз. Да ладно. Вот Иисус Христос же перекатился, блядь. Он перекатился. Ортодоксы. Это, а чё вы их не пиздите, которые в ислам? А нахуя они ислам принимают? Ну, например, недавно был случай, там однотянка этот араба полюбила, и чтобы выйти за него, приняла ислам. Потому что, сука, в Израиле, блядь, браки только религиозные. И у меня от этого бугурт. Подожди, Чего в Израиле только? А чего у тебя бугурт от этого? Ну, браки потому что... Ну, потому что это средневековье, очевидно. Ему, значит, надо придется это принимать. Ему обрезание придется сделать. Ему уже там во-первых, не придется, во-вторых, если у Сагаптера есть еще ракивка гражданства. Сагаптер, это если она влюбится в эту девушку из секты Скопцов. Нахуй, подожди, нахуй мы тёлкой арабки. Ты же жидовка родишь нормально. Вот ты, вот, я не знаю, это тебя спросить, как старого такого сторонника секты Скопцов. Какие там в порядке? Подожди, ты ж похуй, ты же на жидовке женишься, все равно, какая разница? Не могу понять. Тебе не похуй там, что там, религиозно, нерелигиозно, что пришли с тобой женой жениться? Кого мы ждем лучше, скажите, почему не заставим? Скопцаю. Потому что Игорян ленится залить сейф. Ну я сейчас уже докачиваю через скайп. А Япония-то почти собралась. Да, она собирается. Да, блядь, каждый раз давайте будем говорить об этом. Ой, блядь, она и ДТ съели, суки, пидоры. Короче, подожди, подожди. Сагатра, почему тебя бесит, что только религиозный брак, не могу понять? Да вот, мамку твою хочу пожениться, а вот не дают, блядь, грибам. А кто-то знает, может, мамка еврейка тут. А это еще хуже. Тогда вам через рабанут придется все это делать. Конечно, духовенство – это худший из людей. Независимо от религии, я вообще с ним никаких дел иметь не хочу. Так, ладно, Сагаптер. Ты, кстати, со своей мамкой поговорил насчет меня? Я могу на ней жениться? Она готова. На своей женись. И переезжай в Персию. Нет, это законный план. Уже прими за астризм, Джокер, сразу можно будет. Да что за астризм, блядь? В России светское государство, это у вас там... Ну, в Персию приезжай. Игорь! Игорь! Слушай, а ты убрал, что ли, эти динамические имена провинций? А я и не ставил их. А ну поставь. Прости. А я уже, блядь, прихвостил, наверное, надо было делать. А где это ставится? Это разве не нужно в методе сильных там? Да надо, не, есть, ну да хуй это надо, блин. Ну при рехосте поставишь? Поставим. А вы что, стартанули что ли, ёпта, блин? Да. Да, да, да. Же, без тебя стартанули. Воюем, повсю. Тебя сейчас распилим, все. Молодцы, блядь. Ну просто все соседи, включая Болгарию. Включая в ахуе, блядь, евреи не любят равенат, я в ахуе, блядь. Хули ты его не любишь, блядь? Евреи вот не любят рамадан? Кстати, а самый любимый еврейский праздник, это, наверное, действительно Рамадан. Почему? Ну, потому так, что... Так, оним теперь будет 2 часа готовить нашу мать, там... небось. Аля-ля-ля-ля, Аллах Акбара. Сейчас мы онима подождем еще минут 5. Вот как дед Джокера терпит, я понимаю. Вот, блядь, я представляю прям, как сейчас Джокер сказать. Этот Иерусалим, этот, начинается Рамадан. И влетает толпа евреев, начинает а-ля-ля, этот, Аллах Акбар и дальше орать, блядь. Не, ну все, кто говорит Аллах Акбар, всех можно убивать. Как в этом, как в фильме. Да, время, Фредди написали, что я в отпуске. Пацаны, вопросы от деда. Танк стримит,
трейде написали, что я в отпуске. Привет, дед. Меня слышно? Шупа, дед. Да, дед, тебя слышно, а ты вообще, вот, кстати, ты стрим же хорошо, что не видишь. А что там? Разбалил. Немного подразвалилась. Что? Все в порядке. Контроль тебя этот лок, брат, и все. Вот, дед, как ты там мудака терпишь, серьезно? Вот как я должен? Ну вот я не терплю, я пидорнул в фейканф, брат, нахуй. Да что мне нужно? Всем, всем привет, из Стамбула. Как ты, дед, ты должен делать то, что ты у меня... Из какого, какого Стамбула? Это Джокер. Из жаркого Стамбула. Угу. А что ты в Стамбуле? Почему ты не в Анталии там или еще где-то? Да почему ты не выросли? Он переходит в мусульманство сейчас, ему готовится. Да, уже. А, обрезать, что ли? Гоним, готовлю. Мы долго в лобби будем сидеть. Мы ради чего? Побрать в лобби посидеть и деда обсудить потом, да, когда он придет? Конечно. Гоним, о, наркоман, о, все, поехали. Понимаешь, что у тебя Британия совсем анархистская? Пацаны, пацаны, знаете, как это случилось? Гоним, десинхрон, ебаный в рот, перезади. У кого? Онима, десинхрон. Бля. Как обычно. Пацаны, знаете, как я Онима перезвал? Я в стиме позвонил. Онима ебало, я не расслышал. Призвал, блядь. Чем слушаешь, блядь? Я ушами, просто ты так говоришь, что, блядь, хуй поймешь, что призвал, то ебал там тебя одно и то же. Блядь, подводная лодка ни разу не падала на людей. Нет еще. Хочешь, я на тебя ее уроню, блядь, специально? А мне можно будет, кстати, можно даже нет, отбить нос нет, и уронить нет, его на тебя. Дай, дай мне с дедом поговорить. Что нет, такое, Селектор? Че ты это, че ты говорил, не поднимать авторитет патриарха? У нас, окей, достаточно денег. Я говорил тебе, держи его средним, потому что тебе снова миллиарды манпауэра тоже не нужны, а деньги лишним не бывают, держи его средним. Деньги лишним не бывают, ты это говоришь еврею? Мне просто там просто... Ладно, не важно. Загаптер, 50-70%. Я в шоке, что за бред? Ну, окей. Дед. Да. У тебя Астрахани нет, блядь, больше. Как нет? Да, дед, ты что ты его слушаешь, этого обезьяну, а? Погнали. Он, в общем, в Грузию отошел. Грузия делилась больше. Здесь страшно. Да, пришлось это, когда завоевал Украину, да, Грузии, Астрахани, да, чтобы стабильность повысить. Ну, в три можешь включить, дед, там все нормально, я тебе еще могу показать. Сейчас попробую. Дед, кстати, попробую. Как там стамбульчики? Слушай, хорошо, единственное, что меня удивляет, то, что здесь в 5 вечера вырубаются все музеи и прочие заведения. То есть в самую погоду, когда хорошо ходить, то есть когда жара уже не такая, они все просто выключают. А ты в этом не был уже, Аня София? Дед впервые в зарубежной стране появился. Если он в Париж так приедет, он, наверное, вообще охуеет. Так, гоним, ты не было, в Париже до 10 работает. Чего? До 10? Да хуй там, блядь, 6 часов уже все, блядь, выключено. Ну, а здесь 5. Одни кафешки, ресторанчики, магазины все закрыты. Не знаю, в Испании, бля, в Испании допоздна работают. Да, в Европе они, ну, вот в Западной Европе допоздна не работают. Что работают? Разные рестораны работают допоздна, а в музее что-то, да, не работают. Ну... Музеи, блядь, магазины, все закрывается нахуй быстро. Не знаю, не знаю. Ну, в общем, я уже купил себе футболку, одну византийскую и одну футболку с турецким флагом, так что... Византийскую футболку. Ты на матушке, кстати? Дед византиец, блядь, пиздец. Дед, а ты ее там носишь, кстати, византийскую футболку? А я вот завтра одену ее. Окай, дед, а ты застраховал уже свой пердак? Шел я как-то по Стамбулу, видишь, какого-то мудака в футболке византии. Так я перебивал его пертушкой щипа и с него криком. Не люблю греков. Короче... Дед, у тебя, кстати, голос какой-то другой. Да, ну, потому что... Потому что я тихо говорю, потому что, блин, я сижу в лобби, как бы тут куча народа. Нет, я прячусь от турков. Нет, вот и Шотландия. Понял, блядь, ёбаный в рот, ты мне провод дашь или нет? Нет, кстати, из новостей у нас развалилась Великобритания. Понял. Ну, это не новость, на самом деле. Вот, наконец-то много ожидаем. Понял. Дай пробуй, ебать. Нет. Да блядь, отними уже у него пробы, сука, он уже. У него уже пердак своего держать не может, что ты думаешь? Сказался гавтер. Меф, а ты на чё бабки копишь?
У меня ивент только что был. Какой? Понятно. Что-то монополия, бла-бла-бла, сформирована, дали 4000 монет. Нихуя себе, ты богатый, блядь. Компания сформирована. Монопольная компания. Сейчас я их потрачу. Да, к слову, у меня в Инстаграме уже есть фотки, если кто хочет, может посмотреть. Ну, это же твой Инстаграм. Все в твой. В третах постить. Все в твой Инстаграм. В Фейсбуке хоть запусти. Ебилик в ДД, у Игоря на 3 фотни инкама, 3 фотни инкама в фан Италии. А, ну, где там посмотри, какой байсакс в Италии в разных провинциях, и все станет абсолютно понятно и закономерно. Сагаптер, ты главное поставил. Где там ты в Инстаграм будешь выкладывать? Да, да, эти, печатники, первопечатники уже есть. Вот, нужно 5 печатников, чтобы потом было 5 университетов. Ну зачем? Ну потому что рашки, снижение стоимости техов реально очень важно. Охуенно, культура в Дамаске. Дамаске. О, мне Мальту дали с 30 тысяч пехот, наверное, снижайте. Сколько там? Сколько там в Мальте? 27 тысяч солдатиков. Вот это я понимаю, гешефт. Не, у меня, кстати, в нескольких провинциях уже начали книжки делать. Ну, там книжки появляются там, где у тебя были прецепрессы. Да, но там сколько их появляется, этих фэмах? У меня максимум у меня на страну 5 книжек. А, ну я 5 ну построил. Вот. Я где-то слышал, в этом говорили про 5 книг, я 5 построил. Ну, место рыбы. Ну, я просто... Плюсуйте скорость, пожалуйста. Смотри, ставь их там, где у тебя самый низкий бейстакс и самый дешевый ресурс. Потому что другие домики ведут бейстакс, прибавку за 5 домики нужно строить там, где у тебя низкий бейстакс. Ну да, так примерно у меня и вышло. У меня только Бремен более-менее богатый. По товарам, чтобы был модификатор, надо по 5 товара, да, каждого? Да. Заебись. Блин, первое мне до стекла самое ближайшее стекло в Киркуке. Короче, в России самое простое — это строить в зерне, в степях, в зерне, где один бейстакс. То есть там просто провинции никчемные, потом в России появляются во всех этих степях, где еще только недавно орды ходили, появляются университеты. В Москве университета нету. А потом, как вы говорят, что у них первый университет был в Европе, да, знаем. Вы говорят? А вроде первый университет в Константинополе был, нет? Бля, Меф, тебе что-то походу делал ивенты, приходит на бабки. Не, просто мне лень домики строить. Нихуя. Ну давай ты мне вышли, что ли. Кстати, дед, скажи, сила царя, она откуда берется? Спасибо. Что Сагаптер? Можете взять это? Сила царя откуда берется? Сила земли? Сила царя. Сагаптер, смотри. Он травы пьет и... Так помолчите вы. Сагаптер, у тебя должна быть прожата полис, на полис называется «бороться с аристократами». Suppressing the aristocrats. И она постепенно повышает силу царя. Плюс иногда бывает ивент, типа, потому что аристократы забунтовались, нужно их петушить. Вот, ты его прожимаешь, поднимаются нобы, вот, ты их убиваешь, и тебе дают еще силу царя. Силу царя нужно просто купить. Она через полис копится сама, только ни в коем случае не отключай ее. И поражаете это, современную Россию, да? Да, и самое главное, вообще по всей стране построй Гренери. Гренери, первый домик в Админке, это самый мощный домик вообще во всей игре. Да, я знаю. Он безумный бонус дает. Какой домик самый? Первый. Гренери. Амбар, да. Мы потеряли эффект джихатворнинг. Ну, блять, мусульмане, вы даже не стараетесь. Да, смотри, держи одну мусульманскую брову всегда у себя. И не убивай полностью всю орду, оставь потом в конце маленькую орду, пару провинчатую, чтобы потом... Это когда... зачем одну мусульманскую брову оставлять? Чтобы джихатворнинг. Джихатворнинг. Чего? Джихатворнинг модифер. Да. Ну там дает плюс 2.5% да. Дефицит или что-то такое. И 5 к морали, по-моему. Не знаю, у меня есть мусульманская проба, но что-то она нихуя ничего не дает. Ты посмотри модификаторы по стране. А как называется он? Джихад Ворнинг. Именно мусульманская должна быть, а может... Что она у меня пропала-то? Этот, смотри, Джокер. А, да, их действительно смотри. Есть такая хуйня. В триггер-модифайрах он тоже отключился. Нужно просто иметь хотя бы одну провинцию, в которой религия мусульманская. Он им принимает, заебал, блядь. Он им сейчас примет от Ирландии и Шотландии. Блядь, а что ж за хуйня-то, блядь? Кальвинисты, баптисты. Да, самые домики, которые больше всего дают профит, это продакшн. Продакшновые домики, особенно третий, четвертый, дают тоже бешеные. Он им принимает, мир, я тебя буду душить, блядь, я за Ближний Восток, заебал, блядь, меня вот.
Я больше не даю. Скорость, я плюфую, фэм, я могу плюфать корт, я немного плюфую. Понял, блядь. Стойте, можете защитника веры? Да, который... на рёбке везде построим. Танк, плюсу еще. Опять. Танк. Че танк? Можешь взять защитника веры? Зачем? Ну, чтобы тихи у меня не были слишком дешевыми, да? Что тебе? Чтобы у тебя тихи подешевели, у меня подорожали, да? Для этого? Нет, ну пожалуйста. Ну не, ну вкажи, и че? Да я перекачусь, потому что у меня просто кальвинисты бомбят. Ну... Да, нет, это денег, кто их кушает? Я вот говорю, Франция примерно вот такой вот пиздец там будет. Там еще и потом анабаптисты, блядь, ёбнут. Они уже... Короче, забрали французы в одну прову. Бразилия? Да. Нет, там у меня денег нету. Не буду этого делать. Ну давайте дам денег. Ну сколько? Моним, прими мир, ты заебал, блядь, новую страну ломать. 750? У тебя, пока лютеран больше, чем этих фэмах. Это я ломаю страну. Да они уже... Я тебе тушу, Ближний Восток, ты заебал, дай мне эту пробу, я потом отдам ее. Вот это бесполезно. Там. Ну, что? Ну, в Скандинавии лучше тогда пройти, ей деньги нужны, серьезно. Лучше Скандинавию тогда подхватить. Скандинавию ты можешь взять? Джок, да, скорее всего, но... Протестантизм? Да. Сейчас надо немножко закончить. А вообще, кстати, а я не могу... Кстати, его взять. Почему? Я хочу просто сделать. Ну, а как я его возьму? Там надо как, чтобы по-другому это все было. Понял, да, престиж надо, чтобы у тебя вышел. Он только что был вышел. Ну, надо, престиж у меня есть. Франция сейчас войну слила, да и вот все. Вот сейчас попробуй, сможешь? Вот, кстати, сейчас вот на Францию можно напасть. Да, по-хорошему. Нападай. А что с Францией случилось? Что там с ней случилось? Ну, Испания, нападай на Францию. Зачем? Ну, вообще... Ну, так просто. Кстати, не так уж и плохо. Я думал, прям... По Франции? Нет, зачем на Францию нападать? Стоп. Во Франции все хорошо. Я вот смотрю на ту несчастную Британию, и у нее все замечательно. Танк. Чё, танк? Танк не может взять никак. Никак, я не могу взять защитника. Я опять тишу пал, блин. Я только его пустил. О, мне Шотландия союз предлагает. Принимай, ёпси. Чё ты ждёшь? Ну я посмотрю, что там она делает. Вроде Германия обещала подавить ребелы в Англии, не пойму. Не обещала. Не, ну в начале партии был разговор такой. Германия, был разговор, что у меня был разговор с Ерёмой. Он мне ничего не подтвердил и ничего не опроверг, поэтому... И даже не попросил меня ни разу об этом. А то, что разговор был, так никто и не впорит. О чем так у нас разговоров не было? Эй, что-то блять, ёбаные кальвинисты. Ау. Защитника веры можешь здесь? Я не знаю, у меня денег нет. Я тебе дам денег. У меня тут не висит, типа, можно взять. А зачем тебе кто имя? Я могу взять, не похуй. Сколько? Давай, сколько? Сколько она стоит? Заебись, стоит. У меня лютеранские повстанцы вылезли. Сейчас они меня будут крестить. Страны, блядь. В смысле, эти полы. Ну, я не активно, я не могу. Где тут принимать? Блядь, кнопка принял. Какая-то, у меня нет никакой кнопки. Написано, что это французы. На флаг кликаешь, на тебя переходишь, и все. А кнопки нет, типа, принять. Да. Ваки, а у тебя деньги есть? Нет. Ну вот в том-то и ответ. Я ему дал денег. Он мне дал 700. И у меня сейчас 1000. Сколько, да? Сколько может стоить? 750 может стоить. Ну нет. Но вы не скинете, потому что этот...
нужна проигранная война. Бля. Ну, на... Я тебе сейчас верну денег, подожди. Все других. Так, бля, не знаю, может мне плавать в Англию, повоевать там, порезать мерзких англичан. А если меня довнут, я проиграю войну, снимет? Ну да. Ну снимется, да. Ну там денег просто дай кому-то, чтоб ты проиграл. Заплати. Рим, довни меня, можешь? А что тебе сделали? Бить, ударить тебя? Ну, у меня регенство, напади на меня. Нет. Испания. Не-не-не-не-не. Он должен защищать кинуть... какого-нибудь протестанта. Не, сказали, что можно так. Подожди, я могу напасть. О, о, шотландцы, шотландцы. А шотландцы можешь кто-нибудь напасть? Да. Англия, вот скажи, у тебя 15 тысяч стоит в этой, в Мальване. А, он дропнул, блядь, он убежал. Да. 15 тысяч в Мальване. Ну чё ты держишь? Ну всё, он ушёл. Он вышел уже, я здесь. Всё, нет никого. Нет, нету больше твоей Англии. А, ну всё, заебись. Почему? 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 Что случилось? Потому что жопа Онима не настолько стабильно. Да, я не стабилен. Оним ушёл? Да. Да. Можешь деньги не возвращать Франции. Можете, блядь, теперь Ониму вообще в чёрный список добавить, потому что он постоянно такую хуйню творит. Не, ну он на замене как бы, блядь. Лучше бои серьезно посидел. Лю. Ну а их, кстати, не флю, Британия, да. Да. Лё, Россия, Россия, давний Польш. Да, неплохо, 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 да. Я поддерживаю это. Я это целиком полностью поддерживаю. Россия, давний Польш, я тебе сейчас заплачу. Денег не хватит. Россия, давний Польшу, блядь. У нас вообще итальянцы, блядь, давний Польшу. Ну или давний Скандинавию. О, Скандинавия. Кстати, ну ладно, Скандинавия. Не надо. Не, не, нет, ты ничего не забирай, ладно? Ну смотри, я дед мне попросил Финляндию в исторических границах собрать. Не, не, в таком случае не надо. Все равно раз меня попросили, я вообще-то не особо хотел, потому что обижать. Да пока можешь не трогать. Но раз меня попросили, то что поделать? Я тебя попросил сделать это, чтобы я снял с себя этого. Защитника веры. Ну ты, блядь, снимешь, не волнуйся. Я думаю, что Скандинавия не вывезет этот биф. Тагаптер, а ты что даже генералов, блядь, не поставишь? Ну я ж не собираюсь прямо сейчас нападать. Я милости только наверное. Или нет. Или я вообще не буду нападать, на самом деле. Я не знаю. Блядь, Ян. Да мне эффективная война нужна. Ты главный Сибирь, колонь Тагаптер. Вот, дед, вот скажи, если я не буду вообще финку трогать, ты расстроишься? Нет, не расстроюсь. Там на самом деле ради этого воевать, серьезно, Скандинавия-то нужнее, чем мне. Да я знаешь, понимаю, если бы Скандинавия могла воевать, она бы уже воевала. Но Скандинавия, к сожалению, не может воевать. Кто же ее довел до такого? Ну, изначально она была... В УГ. О, Рим, Скандинавия, Рим. Она изначально. Я ее тащу, блядь. Никак не могу. Да, все, я у меня регенство. Я тебе помог. Да, да. Если у ней лимит 40 максимум, 39. И то и это. Игорян БН писал. Было вообще 19. Ну я. И как воевать, скажи мне, Джок. С 19. Лимитом. Ну, наемничками да. Берешь на это. О, нихуя, Германия вторая по экономике. А ей наемничка. Работаем да? Потихоньку. Трудолюбивый немецкий народ впахивает, блядь, до пятерых. Если тут домиков ни хрена не было построено, даже первых, когда я сел. Нихуя себе Германия дохода немерено. Казалось, блядь, Италия в 315. Да я вообще, у меня стаба просто летать. Ага. Пиздец. А, танк можешь помочь во Фрисландии убить католиков? Какого хуя, блядь, русские зарабатывают меньше немцев? Ну, потому что русский ленивый ватник. Ща, погоди, погоди. Сам ты ленивый ватник. Я-то да. У меня просто... А чем проблема, Сагаптер? Вайфка у тебя далеко, у тебя рядом стоят. У меня их мало, если уж на то пошло. Ну, пойдем ща, вместе.
у тебя проход есть? Иди, давай уже. Чего вы там задумались? Куда идти? Блин, о, пошли. Все, я сам терпелив. Молодец. Блять, мне кораблик долго будет достроиться. Слушай, это, швед, давай ты мне продашь просто финку. Да сколько ты мне готов продать? Ну, кстати, в Финляндии что-то это отстает прям по этим потехам. Финляндия? А, ну там, кстати, Язи может помочь своей армии, да, Язи? Ты же все равно скучаешь. Кого, Россию, что ли, будут вдвоем в инвалид пилить? Австрию тогда позовут? Зачем? Он же гарантирует. В Скандинавию. Бля. Так, где там специановская эта хуйта? Что там называется? Ага. Чё? Год. А нет. В этом году можно будет. И ведь даже нет никаких миноров дуранков. Бля. Да сейчас я тебе помогу скоро, у меня нет ни скоро. Да не, не меня, меня-то не надо долбить, не получится. Скандинавия, теперь у меня миссия на Финляндии. Слушай, финка, Скандинавия, продай мне финскую Лапландию. Я ничего не продам никому. Я бы мог продать нейтральной стране, но когда меня так нагинают, иди ты нахер. Это я тебя нагнул, я тебя не нагибал. Да какая ты сидишь на стране, которую нагнул? Смотри. У тебя два варианта, да? Тут ну, забирай, чего? Ну, ладно. О, контрреформация завязал, нормально. Так, а Даная, что там? Даная мне... Где Даная, блядь? А что где Даная-то? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, это мы нажали. Я как бы не хотел, у меня приказ, так сказать. Угу. Надо вот так вот сделать. Ага. А, еще гопик. А, 56 гопки, блядь. Танк. Чё? Чё там? Я так понимаю, будет довольно нагло просить тебя порвать альянс со Скандинавией, ну, да? Смотри, Фагафер, я тебе так покажу. Я просто не хочу, чтобы Скандинавию просто убивали. Ты... Я не буду, у меня миссия на одну провинцию. Сагаптер хорош, успокойся. Я могу ее купить. Хочешь развалить Россию? Сагаптер, успокойся, иди жри Орду. Сагаптер, долго я не знаю, я хочу снять этого. Ну видишь, видишь? Довольно Скандинавия. Такие все доводили, я смотрел все. Ну, Сагаптер в Армонге. Начали игру, сразу довнул. Сагаптер, ну так, все, все. Я сейчас, короче, начну выпускать эти. Свободные народы тебе, нет, хочешь? Не надо, Сагаптер, я боюсь. Что свободного народа? Да, у меня нет свободного народа, понял. Одни татары и русские. Тюрьма народов. Не, ну в принципе да, не вряд ли прогонял, хотя бы понял, как надо застраивать, чтобы... Не, на самом деле серьезно, блядь, Скандинавия, ну продай ты мне эту Лапландию. Ну, к слову, заебал, ну нахуй она тебе нужна. Прошу попил Скандинавию, вышел из-за того, что он отказался... У меня провинция, за, так, за 1000 дукатов. Вот, а я ведь предлагал один сраный выборг за 1000 дукатов, ну чувак не заметил. За 2000 даже. Я тебе объяснил, почему я прошу больше денег. И это как было справедливо, на самом деле. А вот тем более ты орал, что у тебя денег до хрена. Ну, ты решил побэтбоить, это пожалуйста. Не вопрос. Бэтбой. Дед, так нет, что? Нет. То есть, нет, танк. Что танк? Что, ты я требовал справедливую цену. И объясню, почему. Ой-ой-ой, катастрофа. Я требую долгую Скандинавию. Не-не-не, ну, шут, мы с тобой сам говорили с того, что не надо позволять Скандинавию обижать. И чё? А вот теперь-то вот так. У меня приказ, я ничего не могу поделать. У тебя приказ не нападать вообще-то был. Ну,
Смотри, с одной стороны, с другой стороны, у меня задание take him. А с одной стороны, это дед, который сидит там, где-то в Шексмире. Брать на него. Где-то там далеко. Пацаны, наконец-то пришел, поздравьте меня. Николай Коперник. Собственный персон. И кто он по жизни? Пацан Ромбы. Пацан. Ну не, че он в мыфле? Какого класса советник? Дипломатик. А что дает? Дипломатик это... Стоимость к техам минус 2.5. И этот престиж. А ивент будет на нее завязан, решенька. Видит бог, я этого не хотел. Ой, Вармонгер. Ну, я не виноват, меня заставило. Ты понимаешь, Сагат, то, что у тебя там почти сколько стабы? А, кстати, у меня 2 стабы. У меня нормально сейчас стабы спросят. Ну, посмотрим, что ради интереса-то что-нибудь. Ну, давай это французы тогда. Просто беру финскую лапландую, тебе сдам, то есть ты мне типа на этом согласишься, окей? Ты мне говоришь? Что? Можно? А можно хотя бы... Француз главный войны. Не соглашайся, говно. Дай 3 косаря. Ну, что смотри, Скандинавия. Если ты считаешь нужным, я могу начать перебровку в Скандинавии, ты мне только скажи. Давайте, уже начала. Ну, мне кажется, это будет немного неправильно. Там, не начинай это, пожалуйста. Ты знаешь, что будет, если ты перебровку войск? То, о чем меня давно просили. Не начинай это, пожалуйста. Кстати, на твоем месте я бы сейчас армию подстраивал бы. 1200. Ну, в Скандинавии, говорю, у меня с этим чокером никаких проблем нет. Если он влезет, то пускай влазит. Ну, переброс. Давай, говно. Дави говно. Боже мой, ну серьезно что ли? Ну, блядь. Мировая война, пацан. Голландцы уже прибыли. Короче, первая партия. Россия, ебаш нахуй до 250. Ёб твою мать, ну, блядь, я этого не хотел. Сагаптор, успокойся, не лезь, тебе не нужны войны. Тебе нужно строить домики. Тебе нужно держать войска. Тебе нужно строить домики и хапать. Сагаптор уже напал. Он уже напал. Уже война, уже идет переброска. Видит бог, я не хотел войны. Да. Польша строит домики, а Польша подводит солдатиков. Сожалению, мои союзники замечательные, решили пройти. Вот ты понимаешь, Сагат? Ну ты меня француз попросил, а просто француз. Вот Франция, честь. Тебе нужно было просто колонить Сибирь и жрать орды, отжирать Золотую Орду. Все, больше ничего не требовалось. Ну ладно, все короче. Армия, черный все непонятно с этими джокерами. Все, я вписался. Ты Белый мир с Францией заключил. Ну да. Он против танка только вписался. А он просто со мной не воюет. Со всеми вмирился. А что-то, кстати, странно. Так глава же была Франция. Ну я не знаю. Да, глава-то Франции. В России за запора на... Да. На самом деле... Ребят, заберите Сагаптора на конси дефита. Ну нет, я... Наоборот, чтобы еще защитника веры стать. Да, наоборот, я должен это... Так я и хочу... Пизды получишь, хотел. Блядь, да ёб твою мать, эти ёбаные. Короче, ребят, беритесь быстрее, а? Просто, блин, я просил в России... Сагаптор, он так не вариант, сейчас меня здесь похоронит, и я поэтому замерюсь. Ну да, просто, возможно. Просто спокойно еще... дойти до Дальнего Востока и... Франция, можешь щиты с него снять, пожалуйста? Ну, блядь, в белом отпустил, нахера? Ну ладно. Сагаптор, а что там произошло? Тебя выбили, что ли? Ну там, в одном месте, да. Ну я тебе говорю, строй армию вообще, веди все войска, что они у тебя стоят, вон, блядь, на границе со всякими уреками, блядь. Снимай всю армию, ты что делаешь? А, боже. Да, господи, я сейчас одну провинцию захвачу, и, собственно, ну, и дам ее, и Францию. Ну нет, нет, принципе. А, чё? Нет, так, я лидер войны, я не могу так... Я серьезно говорю, веди всю армию. Я не хочу серьезно воевать, стоп. Ты дурак, что ли, блядь, с тобой уже серьезно воюют, я так понял. Да, ну, блядь. У меня в Скандинавии красиво, я в кован обязательствами. Ну, а я не стал, так что... Это не вариант. Иди всю армию воевать. И вообще. Я тоже не хочу воевать. И делай корпуса побольше. Сагаптор, не вайпер.
Ёбаный в рот Сагаптар. Ёбаный Сагаптар в рот. Пара-па-па-па. Так, давай это. Чё, я веду, ребят, что-то. Финского ВСБО. Господи. Ребят, соберитесь наконец, сидите как нормальные люди. Делаю. Это Делахов. Француз, а ты что делаешь? Блять. Всю эту тему замутил один француз. А они, как известно, долбятся в тур. Пришел вот. Знаете, у меня я сидел, у меня все было нормально. Вообще все было нормально. Когда я открыл. Да нет, у тебя и там сейчас все нормально, не переживай. Правда, Сагаптер, ну, короче. А вот Сагаптер начал войну, и весь мир против него впрягся. Вот чуть разница. Ой, господи, блять, у тебя 20-й. Француз, ты когда придешь? Сейчас. Ебать, Сагаптер, а что ты с 20-го интеха вообще делаешь? Минус 3000 затик. Рашка сдает позиции, нахуй. Вот как? Сагаптер, почему ты такой конченый?